Сегодня я готовлю котлеты, котлеты и салат. Котлеты будут у меня из фарша. Фарш здесь 100 грамм свинины, полкило филе, одна луковица, 2 зубочка чеснока, одно яйцо. И я хочу добавить еще кускус. Я пробую впервые делать такие котлеты. Добавляю, как видите, не очень много. Сейчас перемешаем и добавим соль и перец черномолотый по вкусу. Хлеб, фарш я никогда не ложу. Вот, но вместо хлеба я обычно использую какую-нибудь крупу. Часто я ложу либо уже сваренную гречку, либо овсянку. Жарим котлетки с двух сторон. Я уверена, они получатся очень вкусными. Еще хочу развеять миф о том, что когда болеешь ковидом, ты якобы не чувствуешь запаха. Абсолютно неправда. Запахи все замечательно ощущаются. Вот такие котлетки получились. Всем приятного аппетита. И, конечно же, всем желаю здоровья.